Hitman 2-2, over. Так, ребят, всем привет, очередной Мейс. Мы обороняем Черногорск, соответственно, красную зону. По условностям миссии ни мы, ни враг не может пересекать черный триггер. То есть направление атаки определено. Они наступают нас с красной стрелки, с, ну, грубо говоря, с востока, юго-востока. Наше отделение седьмых занимает рубеж прямо перед синей линией, так мы ее не пересекаем. Посмотрим, что будет. Грузимся, все бегаем. Санта, на КВ? На КВ. У нас, походу, пехоты нету. Есть все, грузимся. На БТР, БТР, куда хотите. Бетер, сразу как стартанет, не жди ничего. Чё? Не жди, сразу как миссия стартанет, Бетер, сразу тащи нас туда. Я принял. Принял. Проверкой. Что вот это за конструкция? Ну кто тебя научил, родненький, так строить-то? Диар. И тут есть большие барьеры, которые перекрывают все, что... Всем выдал стройку, можете строить. Отрезали. 2-1 на дальний. 2-1 на дальний. Я тебе говорю, на одного напрягать не меньше 100, я вам метку ударил одну. Да, я понял, понял. Да у меня там все с горы будут просматривать эти углы. Все будет нормально. Давили, ждем веток точно. Молодцы. Тормози, тормози здесь. Спешились. Спешились и сразу от БТР. Все, БТР, все. Дал всем стройку, можете строиться. Бегом только. Что, ты вдоль песчаной? Я вот я справа от дороги бегу на электростанцию. Принялся. Санта, там же тебе наблюдателя надо еще отправить, метка стоит. Да там без толку. Так, слышу уже эмки. Меня обстреливают. АГС работает. АГС работает. Бункера есть, попробуем удержаться. Господа, всем спрятаться, бункера не вылазь. Всем спрятаться, повторяю. Мы палимся, всем спрятаться в здание. Че едет? Танк. Где танк? Промах! Танк летит. Стреляй по нему, где за ним? Что он нету, я ПГС. Где он? Тихо. Абрамс пролетел возле нас, поехал на восток. Абрамс мимо Санты проехал на восток, полетел. Что, ты на месте? Да. Блять, танк в триггер едет, ебаный в рот. Триггер танк пошел. Так точно, я успел выстрелить, но не въебал. Пехоту двигается на
севере, вот этой, блядь, электростанции идут на восток. Рубить, рубить пехоту, рубить. На электростанцию не идут. У нас уже здесь. Рубить. Подходят с хоры. Дымами забрасывает. Быстрее. ГПШ, ты пеха, в пехе север. Запад пехи с хоры. Можно открывать его? Разрешаю. Харли, ты там бегал с пулеметом? Я с пулеметом, да. Если что, туго, блядь, отходите. Если туго, отходим. Майл, прикрывай мне запад. ГПШ, танк не вижу, возвращайся. По пехоте осколками на севере. Я на западе не вижу ничего, там ты... Просто прикрывай надо мной, блядь. Вадим на 300, а не на 300. Два, один, и много вот пехов, ты... меня прижали. Так точно. Уходи, да, не уходи в рандом. Ты не уйти, да? Короче, те, кто были за электростанцией, вернулись на запад. Скорее всего, сейчас через леса пойдут на нас. Плюс мы смотрим леса. Как раз высоты под электростанцией. Шонан к тебе сверху идет. Где-то рядом с тобой, Шонан, на западе. Внимание, выстрел. Так, одного вроде. Выше, выше РПГ. Сейчас, сейчас. Раз, иди сюда, РПГ. Повернись ко мне. Метки ставьте. Сейчас там еще. Да нету времени, блять, на эти метки. Смайл живой. Шон, он как-то жив. Хватит. На 220. Рты, блядь, позакрывайте и воюйте, нахуй. Еще подъезжает техника. Вадим, подъезжает техника с Техста. Техста. Так же, как Абрам. 220 на наших позициях противника ПШ. Вадим, уходим. Сейчас, да, въебу сейчас по приходим. Санта, прям передо мной запад, блядь. Чё-то катается, бэха, не бэха. Вадим, я убежал. Лавка приехала. Пацаны. Азимут. Слышь. Запад в лесу. Запад, запад. Вадик минус, походу. Противник в низине. Обходит сзади вас.
Чего есть? Да. Вот это трэш. Пипец.